Ах, Вершова, ты не как ты, брат? Ты же не снимаешь. Как ты, скажи? Я хорошо. Ты кого привез сегодня? Седакова, Георгий. Сколько он? 85 категория, да? Да. Сколько поднимает лучше? 170 рвал, 200 толкал. Ух! Аж камера затряслась. Прикалывается, да? Хотел это. А же не снимает. Не-не, все, как не, вот снимает, ты что? А я потом и врежу же. Ты не переживай, я все нарежу, как положено, Ахпар. А ты не будешь не резать ничего. Как вы готовились к этим соревнованиям? Со своим учеником? Хорошо, сейчас покажем. И не сомневаемся, что... А что победа за вами, да? Да. Должны. Георгий. Георгий заскромничал. Ну правильно, перед соревнованием нельзя. Бриться нельзя, а разговаривать можно. Да. Все будет хорошо, сидите как и ждите. Как вы подготовили? Расскажи секрет подготовки. Секреты перед соревнованием не скажу. Не, расскажи, потом какие отдельно. Нагрузки делали там, что вообще не делали ничего. На скакалке прыгали. Скакалка и вот это бурпи, да? И велосипед крутили. И бурпи вот это, да? Да. Иногда прыжки в высоту. Кроссфитом, короче. А рывок толчок? А, нормально, новая система. Да. Рывок толчок не делали? Нет, зачем? Они так все знают. А, понял. Нормальная система. Кстати, ребят, это очень это заслуженный тренер Советского Союза и России. Поэтому... Хорошо. Спасибо. А питание вы как кушали? Тоже как кроссфитеры? Орешки, да, вот это? Орешки это слишком уже. А что кушали? Макароны. Только на макароны. Слишком, да. Понял. А спортивное питание ничего не употребляли? Как вы могли такое говорить? Вот смотрите на него, зачем его питание спортивное? Он от природы, да? Да. Понял. Родился такой. Вот видишь, ты его научил. Он делает психологический ход, понимаешь? Короче, я услышал. Подтягивания, бурпи, канаты. Так готовились. Техника ничего не делает. Скакалка. Скакалка, самое главное. Когда 10 лет было его, я учил и все. Скакал? Нет, технику тяжелоатлетики 10 лет я научил. И все? Да. И он запомнил и все? Да. Понял. Вот такой секрет. И сколько раз он прыгает на скакалке? Это тоже секрет? Очень много. Ну сколько цифр? Много. За минуту 200. 200 раз? 200 раз. И вот все, тренировка закончена. 200 раз прыгнул. Не, ну так 5 подходов. Это у вас психологическая атака, да, Марик? Ну так издевайтесь над своими соперниками, да, так ставите спокойно. Не, мы никогда не издеваемся. Ни над кем мы никогда не издеваемся. Нет, так. Это соперники над нами издеваются, сейчас, да? Мало поднимают. 115 килограмм. Скажи, вот он давно не делал рывок, толчок. Как у него сейчас техника? Тебя... Я его сказал, сегодня сон надо увидеть ночью. Да. Сон. Да. Как ты рвешь, толкаешь. Он увидел. А, и начал, да? Да, и... Это вот он с 10 лет. Да, впервые. Сон, да. Вот ничего надо... себе. Класснее. Понял. Тяга. Ахпар. Теперь мы все секреты знаем, понял? И про тягу узнал? Нет, и про тягу я узнал, и 200 вот этих прыжков. Никому не рассказывай. Держи марш! Ну как тебе?
защита. Я говорю, как наш секрет узнали, он третий подход давно уронил. Знаю. Я давно живу, секреты все знают. Не, наши не знали. А, вот это ваше, да, не знал, вот это 200 скачков, потом 200 глупий, и то, что во сне ты ему даешь задание поднимать, это большой секрет, брат. Я просто открыл секрет, как это, вы же всегда прыгаете, а как рывок-толчок, я во сне ночью смотришь, рывок-толчок, и приходишь, поднимаешь, и килограммы, хотя он увидел 162, но почему-то вот плохо, наверное, выспался. Сон, не такой был сон. Да, плохой. Честно говоря... Почему не вырвал, скажи? Я, в принципе, могу... Скажи, почему? Технические неполадки. Он просил 165. Чуть-чуть прокрутил, здесь расслабился и... Он попросил 165. Ты не пустил. Я не пустил. Он расстроился. Он расстроился. Понял. А зачем ты расстраиваешь спортсмена? Если он хочет, то сказал бы... Если он тебе говорит 165 хочу, скажи, хорошо, 166. И все. Хорошо. Ну? Вот теперь твой секрет узнал. Да, как ты доволен выступлением? Рывки. Ну, желательно, чтобы все три подхода, чтобы спортсмен поднимал. Пока хорошо. Как похож на дядю Фрунзика? Хорошо, пойдет. Подготовку недавно начали. Успеем, до 170 еще успеем. На чемпионате России. А вы на Россию готовитесь? Да. Сразу на мир взяли бы, мы сразу туда готовились. Просто надо отобраться. Сейчас грамотно надо. Сделали хотя бы. Сейчас Россию выиграл и поехал. Да. Раньше, в одно время, помнишь, не было такого. Выиграл и поехал. Понимаешь? Я всегда проходил через отборы. Будем готовиться к толчку. У вас на России что там соперники есть? Соперники? А 85, конечно, есть. Все соперники. Аухадов. А, ну Аухадов сейчас отдыхает. Акулов. Акулов хорош. Ахырджан. Ахырджан. А может секрет это, когда ты едешь на гору Арарат, там тренируетесь? Может у вас там база? И это тоже узнал, да, об этом? Есть, да, база как там? Как ты, да. Это я открыл там эту базу. На улице, да? Только я и мои спортсмены. На улице, да? Ну, крыша закрыта. Там же постоянно снег идет. И штанга, да, железо, металлическое. Да. Ну, штанга на земле в основном. Она свинит, да, дзин-дзин делает? Да, вот в свое время, когда было в советское время, вот такая штанга. Вот в чем секрет. А то сейчас вот, они, да? Откуда ты знал, что а мы на горе Арарат? А то сейчас они на гибких штангах, да, они? Сейчас а ты вот потом берешь это не да? штанга, это не знаю, что за это штанга. Да, это что? Вообще велико. И вы берете эту штангу, идете туда, гору и обратно, да? Ну, три дня идете туда, на Арарат, на гору, потом обратно. Не, я драхти бедур, ты бедур делаю. И там... Трико раньше было шерстяное, чисто шерстяные трико были. Да. И это тоже секрет? Так. Я понял, это секрет, вот так стоять. О, я понял, это сильнейший секрет. Из балета пришли ребята. Это сильнейший секрет. Еще в черных носках, да? Это для толчка, да? Как ты понял, я уже начинаю, да? А для рывка какой? Для рывка. Для рывка надо было поймать. Я уже рывок закончил. Понял. В следующий раз, да? Во время рывка там стойка другая получается. Да. Понял. А, вот для рывка. А, вот для рывка, да? Вот это. Все для толчка.